парк Дубки – одно из самых популярных мест отдыха в Химках. Ежегодно его посещает около миллиона человек. Это идеальное место для тихих прогулок. Сейчас разрабатывают проект по сохранению ландшафта с заботой о природе. Недавно площадь парка стала больше. Специалисты фиксируют новые границы и в дальнейшем перенесут ограждения. Следующий шаг – разработка проекта по благоустройству новых территорий, который будет составлен с учетом пожеланий жителей. Главная задача – сохранить ориентированность парка на семью. Добавили территорию Дубкам, еще больше сделали сейчас. Да, поэтому парк стал больше. Главная ценность парка – многовековые деревья. Для их сохранения планируют привлечь специалистов-дендрологов, которые будут следить за состоянием деревьев и разрабатывать программу по сохранению зеленых насаждений. Учитывая ваше большое парковое хозяйство, территория уже, добрый день, территория уже у вас приближается к 500 гектарам суммарно. Дендрологи, именно профессионалы, должны давать рекомендации. Парк Дубки – территория живой природы, зеленый уголок в черте города. Здесь растут вековые дубы, березы, липы, сосны, лиственницы. Поэтому особенно важно сохранять ландшафт парка и позаботиться об экологическом благополучии этой территории. Дмитрий Бочаров, Софья Ткаченко, новости Химки ТВ.